Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Новокуйбышевская спортсменка выиграла чемпионат России по пауэрлифтингу. Посол чемпионата мира по футболу посетил музей самарского футбола. Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, ставший третьим послом чемпионата мира по футболу 2018, впервые познакомился с экспозицией истории музея самарского футбола. Хотя, рассказывает, давно болеет за крылья Советов, один из бывших тренеров команды Гаджи, вдруг его семьи. В свободное время Тагир не только приходит на «Металлург» болеть за крылья, но и сам не прочь погонять с друзьями в футбол. Когда ему предложили стать послом чемпионата мира 2018 года, олимпионик согласился, не раздумывая. Быть послом, продвигать эту идею спорта вообще. Ну и свой город, то, что здесь у нас будет чемпионат мира, популяризировать это событие для меня, конечно, тоже приятно. Как спортсмену, ведущему здоровый образ жизни, и людей притягивать как бы к этому. Анна Рыжкова из Новокуйбышевска – самая сильная девушка России. В Тюмени она стала чемпионкой страны по пауэрлифтингу. В весовой категории до 57 килограммов штангу поднимали 10 девушек. Рыжкова в приседании взяла 205, в жиме лежа 137,5, в становой тяге 190 килограммов. В итоге по сумме троеборья она набрала 535,5 баллов. Спортсменка из Иркутска, ставшая второй, подняла на 13,5 килограммов меньше. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.